This is the wonder of the world. The city that was carved into cliffs. О боги, как же это восхитительно! It keeps a lot of mysteries. Petra. Всем привет, с вами Роман, и это мой блог о путешествиях, и сегодня мы заглянули в солнечную, потрясающую пейзажами с других планет и Иорданию. Пересекли недавно границу Израиля и Иордании, и сейчас находимся в Акабе, дальше наш путь на роскошном, а может быть и не очень, автобусе проследует в Петру, где мы проведем 2 дня, будем наслаждаться ее тайнами и загадками и потрясающими древними развалинами, собачка. И после чего поедем в джип-сафари по пустыне Вадирам, где снимался фильм «Марсианин» и много других фильмов, которые связаны по сюжету с пейзажами Марса или Красной планеты, как ее многие называют. Поэтому поехали, не будем много говорить, лучше будем много смотреть. Место, которое называется Вади Муса. Это небольшая деревушка возле входа в заповедник Петра. И в этой деревушке будет находиться наш отель, из которого завтра утром в 7 или 8 утра уже мы как раз и двинемся в саму Петру, сам заповедник, сам город, чтобы все там посмотреть. Уже 5 вечера только на самом деле, а уже темно. Мы поднялись на 1500 метров выше уровня моря. И тут дико холодно просто. Мы до этого были в Акабе, и это город рядом с Эйлатом, напомню, кто забыл или не помнит, или не знает. И там температура была намного теплее. Поэтому я побегу в отель. Господи, в отель, совсем заговариваюсь. Поэтому я побегу в автобус, чтобы согреться и, может быть, что-то сожрать. А вы полюбуйтесь здесь немножко пейзажами, а потом прибегайте следом за мной. Раннее утро, еще даже нет 8 часов, мы вышли из отеля в 7 утра, и сейчас находимся уже в заповеднике Петра. За моей спиной очень много различных пещер и небольших построек. Это все уже могилы, построенные древним народом под названием набатейцы. Дальше мы пойдем и, пройдя через очень узкое ущелье, доберемся до самого важного объекта, до самого красивого объекта, который называется Аль-Хазная. Это сокровищница, храм, могила
великого набатейского царя. Это будет очень просто невероятно прекрасно. И мне уже не терпится туда поскорее прийти. Побежали. Мы уже входим в этот каньон. Вы видите за моей спиной очень узкий проход. Он будет еще сужаться буквально до нескольких десятков сантиметров. Может быть, до метра максимум. Вот, и этот самый проход выведет нас к самой Аль-Казни, о которой я вам уже рассказывал. Приехали в эту Петру, мы наконец-то нашли эту сокровищницу под названием Аль-Хазна. Вон там, видите, на самом-самом верху бешеные бедуины обстреливали бедную сокровищницу, усыпальницу древнего какого-то там царя. Обстреливали в надежде, что из нее посыпятся просто драгоценности, которые можно будет хапать, и которые никогда не закончатся. Сейчас мы находимся здесь, мы вышли через очень красивый марсианский каньон с невероятными просто цветами и красками. Вышли сейчас сюда, и, о боги, как же это восхитительно! Эмоции, в общем, меня просто зашкаливают, поэтому я не могу больше говорить, я буду сидеть, пить арабский кофе и наслаждаться этими видами. Обязательно приедьте сюда и посмотрите своими глазами. Петра не заканчивается на сокровищнице, а только начинается с нее. Впереди нас ждет еще много интересного. В конце тропы находится подъем из почти 1000 ступенек, ведущий к храму Адея, и сейчас мы направляемся туда. Мы все еще поднимаемся на
до монастыря. Не помню, как он называется, от Дайра или что-то типа того. Не знаю, не видел его фотографии, поэтому не могу сказать, насколько он красив и прекрасен. И вообще, хорошо ли меня сейчас слышно. Вот. Самое интересное, это что, чтобы подняться до этого монастыря, тебе нужно пройти 950 или 1000 ступенек. Это адски тяжело. Но не мне. Я бегу их просто как бешеный ослик. Прошли эти 1000 ступенек сюда на вершиню к монастырю Ат Дайр, кажется, он так называется. Если честно, я думал, что это будет абсолютно типичный христианский монастырь и не мог даже предположить, что это одна из построек, похожих на набатейскую Эхазну, которую мы видели в самом низу и к которой мы еще вернемся. И эти постройки просто настолько потрясают. Это что-то как будто бы построено не человеческими руками. Может быть, это было построено на самом деле и не человеком вовсе, а пришельцами из космоса. Но мы этого уже не узнаем. Мы еще пошаримся здесь, посмотрим, какие же пещеры здесь еще есть на этой вершине. Потому что не можем же мы просто прийти и, постояв 2 минуты, посмотреть на этот храм и вернуться обратно. Это будет очень обидно. Поэтому посидим, может, здесь даже в кафешке и выпьем немного кофе. Помимо монастыря храма, здесь также есть несколько обзорных площадок с потрясающими видами. Как и везде в Петре, здесь также осликов больше, чем людей. И смотри, как ослу нравится, когда его трепают за ухи. Вау, слятина! Ослятина! А что ты скажешь своим подписчикам? Подписывайтесь на мой канал, если вы тоже любите гладить ослов за уши. Где-то посреди спуска подъема есть поворот на триклинум льва. Это некая львиная столовка, и мы, конечно, ее посмотрим.
Спустившись и поиграв с верблюдами, нас ждал очередной подъем из много-много-много ступенек. На этот раз к жертвеннику. Привет с вершины жертвенника, на который мы поднялись около 800 ступенек. Не знаю, на самом деле, кто-то говорил нам, что здесь 1200 ступенек, но прохожие, которые нам встречались и спускались вниз, сказали, что здесь всего 700 ступенек. Я, если честно, не считал, не знаю, сколько на самом деле. Не скажу, что я прям дико устал. Ну, как бы в кайф было подняться. Здесь дико, дико, просто дико холодно на вершине. Но, сука, очень красиво. Очень красиво. Здесь панорама прямо на все идет. На все 360 градусов, все петры всего древнего города. Но вообще, на самом деле, место немного подразочаровало меня, потому что я ожидал здесь увидеть как минимум какие-то постройки набатейцев в их фирменном стиле. А здесь вообще, ну, как бы одно название — жертвенник, и никакого жертвенника ни хрена здесь нет. Но пейзажи... панорамы, конкретно панорамы здесь очень и очень и очень крутые. Мы не будем здесь больше задерживаться. Уже 3 часа, и здесь начинает темнеть, поэтому мы побежали дальше. Еще нужно очень много всего успеть, ведь сегодня Новый год, друзья. Снова спустившись, мы посмотрели единственный в мире амфитеатр, вырезанный прямо в скале, и направились к выходу. Наша прогулка по Петре подошла к концу. Это было феноменально. И теперь мы пойдем праздновать Новый год в приватной обстановке, и уже завтра увидимся с вами в новом году на джип-сафари по пустыне Вадиран. До встречи, друзья, в новом году. Всех с праздником. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментируйте мое видео. Путешествуйте в 2017 году. Пока, друзья, и с Новым годом!